сам храм мы никого не пускаем, угу. А на территорию, пожалуйста, мы пускаем, угу. Желающие через осмотр мероприятия проходят и без проблем. То есть люди должны, так, в сам храм пропускают только сотрудников? В сам храм люди не заходят. А сотрудники вот, храма именно? Сотрудники, да. Храма, сотрудники храма. Священнослужители, да? Священнослужители, да, точно. А скандалы были? Нет, не люди было. Как бы все понимают. То есть сейчас все спокойно было, да? Там изоляция была. Угу. А много вообще людей сейчас проходило? Нет, не так много. Большое спасибо. Пожалуйста. Думаю, что сначала спрашиваю, причащается человек или нет, во-первых. Если не причащается, я рекомендую воздержаться. Угу. Сразу же. Потому что... А несмотря на этот, все-таки, я как понимаю, сейчас будет транслироваться все, вот, да, все действие, священное действие. А как посредством чего оно будет транслироваться? Вот колонки, вижу, да? Колонки устанавливаются. Угу. Колонки, да? Да. Они будут транслировать то, что внутри храма, да? Ну, по-видимому, да. Угу. Много ли сейчас людей проходило мимо вас? Вообще нет. Нету, да? Нет. Я ожидал, что сейчас будет большой поток, но было распоряжение пускать волонтеров, угу. Сотрудников. Угу. Ну, тут вообще тут очень сложно сказать, кого. Вот если просто всех перечислять, кого можно. Ну, то есть, это можно сказать все, кто работают в храме, да, как я понимаю, да? Ну, можно сказать, то есть, тут сложно, тут как, приход есть, в общем, угу. Просто вот человек, ну, решил зайти. Угу. Тут уже вопрос возникает. Ну, понятно. Пускать, он говорит, что они будут препятствовать. Вы да. В верхнем храме службы? Да, вы пускаете. Ну, попробуем. Будем стараться. Смотрите, встречайте будет. Насколько сможем хотя бы, будем на службу, это слава богу. Потому что место мало, там все проблемы стоят. Ну, что ж, быстрее. У нас уже с детства. Ничего. В храме или на улице? Не, на улице будет трансляция. Видите? Ну да. Специально устанавливается. А в храм можно будет пройти, да? Ну, я думаю, в нижний сейчас можно. Нижний, а потом верхний? Нет. Там служба такая служба, которая, кстати говоря, участвовать не надо. Участвовать в крестном ходу не надо. Архиерей сказал, не участвовать. Хорошо, будем так.